В этом месяце сплошные переделки. Только бы Уолту удалось получить этот крупный заказ, мы бы смогли спокойно работать весь год. Не знаю, как быть. Боб на больничном. И как мне без него справиться с большим заказом в сжатые сроки? Похоже, это здесь. Ладно, посмотрим, что это оборудование может на самом деле. Здравствуйте, Джон. Как дела? Рад встрече. Спасибо за приглашение. Заходите, пожалуйста. Итак, Джон, вы хотели бы увидеть демонстрацию интегрированных решений для плазменной резки Hyperturn? Да. Расскажите мне, какие наиболее значительные проблемы, с которыми вам приходится сталкиваться? Ну, это просто. В первую очередь, мне нужно сократить расходы. Кроме того, мне нужно выпускать больше продукции за более короткие сроки. И, конечно же, качество отверстий. Стоимость повторной обработки слишком велика, и не все мои операторы способны обеспечить постоянно высокое качество. Такое впечатление, что как только мне удается найти хорошего специалиста, он уходит из компании на другое место работы. Что если мы показали бы вам, как можно резать отверстия под болты без дорогостоящих переделок, как можно увеличить выпуск на 80-100% при одновременном снижении затрат, как все это может достичь любой оператор на любой смене? Вас это заинтересовало бы? Конечно. Отлично. Тогда давайте начнем с небольшого видеоролика, который мы подготовили, чтобы дать вам общее представление об интегрированных решениях для плазменной резки Hyperturn. Hyperturn, мировой лидер в области плазменной резки, является первопроходцем в разработке инновационных решений, направленных на реальные потребности клиентов. Наши новые интегрированные решения для плазменной резки разработаны для достижения главной цели – содействия в постоянной оптимизации производственного процесса и повышения рентабельности. Благодаря воплощенному в них более чем 40-летнему опыту работы в отрасли, эти интегрированные решения Hyperturn объединяют взаимодополняющие технологии на различных производственных платформах, таким образом оптимизируя производительность. И все это в виде одного простого в изучении и использовании решения. Интегрированные решения Hyperturn состоят из 4 компонентов. Программное обеспечение для раскроя и оптимизации процесса, ЧПУ, система регулировки высоты резака и система плазменной резки. Сначала программное обеспечение для раскроя и оптимизации процесса позволяет просто и быстро импортировать чертежи САПР или файлы других применяемых в отрасли систем проектирования. Затем программа размещает детали так, чтобы добиться максимальной эффективности резки и использования материала, автоматически применяя все оптимальные параметры процесса и методы резки для этого конкретного задания, чтобы получить оптимальное качество резки. Создается файл числовых кодов, содержащий всю необходимую для выполнения задания информацию для ЧПУ, системы регулировки высоты резака и плазменной системы. После этого оператор загружает программу изготовления деталей в ЧПУ и устанавливает лист и расходные детали. MasterCAD Pro в ЧПУ позволяет оператору шаг за шагом выполнить необходимые настройки. Поскольку все оптимальные настройки процесса и способы резки уже запрограммированы, оператору больше не нужно выполнять такие установки, как высота резака, сила тока, настройки подачи газа, задержка прожига, скорость резки или компенсация разреза. Это обеспечивает быстрый, простой и безошибочный пуск оборудования. Даже новые операторы смогут профессионально выполнять резку уже через несколько минут. После завершения настроек все компоненты работают слаженно, производя больше деталей в час при неизменно высоком качестве и максимально эффективном использовании материала. Это словно ваш лучший оператор работает на каждом рабочем месте, каждую смену, каждый день. Интегрированные решения для плазменной резки Hyperturn способны обеспечить значительное улучшение качества отверстий благодаря технологии TrueHole, на которую подана патентная заявка. Сокращение времени между циклами, которое может практически удвоить выпуск. Оптимизированный срок службы расходных материалов, позволяющий сократить эксплуатационные затраты. Воплощенный в оборудовании Hyperturn опыт производства, обеспечивающий неизменно высокое качество и простоту в эксплуатации для любого оператора на любой смене. Дистанционную справку через интернет, благодаря которой специалисты службы технической поддержки изготовителя оборудования и Hyperturn прибудут на ваш завод за считанные минуты. Таким образом, можно сократить дорогостоящее время простоя и сэкономить на консультациях инженера службы поддержки с выездом на объект. Реальные решения для сегодняшнего мира глобальной конкуренции, позволяющие осуществить резку с уверенностью. Вот чем отличается Hyperturn. Итак, мы посмотрели краткий обзор интегрированных решений для плазменной резки Hyperturn. Теперь давайте подробнее ознакомимся с этими решениями и, в частности, с тем, какую пользу они могут принести вашему предприятию.
По словам клиентов, при использовании плазменной резки наибольшее беспокойство у них вызывает низкое качество отверстий. Среди наиболее распространенных проблем отмечают сужение отверстия, когда диаметр верхней и нижней части отверстия не совпадают, и наличие перегибов или задира внутри отверстия. Обе эти проблемы делают отверстия непригодными для установки болтов сразу после изготовления деталей и требуют дорогостоящей доработки. Технология резки Hyperton True Hole, патентная заявка на рассмотрение, устраняет указанные проблемы путем использования особого сочетания параметров обработки, определяемых программным обеспечением для раскроя и оптимизации процесса. После импорта чертежа SAPR в ProNest программист задает тип материала, его толщину и силу тока. Программное обеспечение для раскроя и оптимизации процесса размещает детали и автоматически определяет оптимальную траекторию перемещения резака, а также методы резки, необходимые для формирования отверстий правильной формы. На основании геометрии деталей, в том числе толщины материала, размера отверстий и силы тока. И все это выполняется автоматически, даже если детали в раскрое имеют разную геометрическую форму, а отверстия разные размеры. Для любого материала? Нет, технология True Hole разработана для низкоуглеродистой стали и оптимизирована для условий применения вплоть до отношения диаметра к толщине 1:1. Чтобы получить представление об объеме запрограммированных данных, взгляните на эту распечатку кодов, составленных для того, чтобы вырезать всего лишь одно отверстие. Здесь содержатся все инструкции для выполнения следующих настроек. Выбор технологического газа, скорости потока газа, сила тока, способы прожига, методы входа и выхода, скорости резки и время резки. Эти параметры процесса задаются автоматически, без вмешательства оператора. Представьте себе, сколько времени можно сэкономить таким образом на наладке в производственных условиях при изготовлении такого сложного набора деталей. Кроме того, устраняются возможные ошибки оператора. Также обеспечивается постоянство. Отверстия идеальной формы вырезают все операторы на разных сменах. То есть вы хотите сказать, что мой новый оператор на второй смене сможет вырезать отверстия так же хорошо, как мой самый лучший специалист? Совершенно верно. Для этого ему нужно лишь использовать совместимые с технологией True Hole компоненты. После завершения составления программы изготовления деталей или раскроя, данные преобразуются в файл числовых кодов, готовый к отправке в ЧПУ. Затем ваш оператор просто выбирает файл программы изготовления деталей в ЧПУ. MasterCAD Pro в ЧПУ HyperTerm руководит действиями оператора шаг за шагом, показывает, какие расходные детали потребуются для выполнения задания и даже то, как их установить. Оператору остается лишь выровнять лист, и все готово. Затем ЧПУ взаимодействует с устройством регулировки высоты резака и плазменной системы, чтобы качественно выполнить задание. Поскольку все рабочие параметры отображаются на экране в режиме реального времени, оператор может контролировать всю работу. Да, это очень впечатляет. Но как же удается устранить сужение отверстий и свести к минимуму изгибы? Используя уникальное сочетание подачи различных защитных газов, установок времени и применения оптимальных параметров обработки, давайте рассмотрим весь процесс этап за этапом. Когда резак перемещается вместо прожига, система True Hole использует кислород в качестве плазмообразующего газа и воздух в качестве защитного газа для прожига отверстия. Прожиг с воздухом в качестве защитного газа минимизирует размер отверстия прожига и разбрызгивание окалины. После установки в требуемое положение резак осуществляет прожиг по центру отверстия. При этом выполняется автоматическая компенсация размера без смещения точки прожига. При использовании обычной компенсации разреза форма отверстия может оказаться неправильной. Программное обеспечение для раскроя и оптимизации процесса HyperTerm учитывает это и выполняет установки таким образом, чтобы прожиг осуществлялся строго в центре отверстия. После завершения прожига происходит автоматическое переключение на подачу кислорода в качестве плазмообразующего и защитного газа для резки отверстия. Система автоматического управления подачей газа позволяет подавать защитный газ с меньшим содержанием азота и с малой скоростью потока. Затем вход осуществляется со скоростью, зависящей от размера отверстия, толщины материала и силы тока. В результате получается начальный рез в форме полукруга. Использование полукруга позволяет сделать переходы от входа и к выходу более плавными. После завершения начального реза резак переключается на более высокую скорость для выполнения резки. Скорость резки отверстия, состав защитного газа и скорость потока оптимизированы таким образом, чтобы практически устранить сужение отверстия. При приближении к концу реза автоматически начинается снижение силы тока, чтобы применить оптимальное количество резки энергии к оставшемуся на отверстии материалу. При переходе на траекторию выхода происходит выключение тока, однако резак продолжает перемещаться на полной скорости, проходя оптимальную длину траектории выхода во избежание перегрева поверхности отверстия.
Такое сочетание снижения силы тока в определенный момент способов выполнения входа и выхода сводит к минимуму изгибы и смещает их к внешней стороне отверстия. После завершения резки происходит автоматическое переключение на подачу кислорода воздуха в качестве защитного газа для резки контура. Таким образом, удается выполнять резку практически без окалины и достигнуть оптимальной производительности на длинных участках резки контура. Результат – готовые к установке болтов отверстия с минимальной, легко удаляемой окалиной. Просто замечательно! Полная готовность сразу же после механической обработки. Практически нет сужения. Изгибы сведены к минимуму и сдвинуты к внешней стороне отверстия. Никто из конкурентов не может предложить такие результаты. И все это без какого-либо вмешательства оператора. Это комбинация оптимизированных процессов, соответствующая патентная заявка на рассмотрение и полная интеграция всех работающих вместе компонентов. Вот что делает технологию TrueHole Hyperterm поистине уникальной. Среди требующих решения проблем вы также упомянули производительность. Интегрированные решения для плазменной резки Hyperterm могут позволить вам добиться до 100% повышения производительности, то есть практически удвоить объем выпускаемой за день продукции. Посмотрите на это сравнение. Машина слева работает без интегрированных решений для плазменной резки Hyperterm, а машина справа с интегрированными решениями Hyperterm. Одна и та же деталь, один и тот же материал. Очевидно, что оборудование с интегрированными решениями выполняет резку почти в два раза быстрее. Время цикла от реза до реза – это общее время между выполняемыми резами. Оно включает время возврата резака, перемещения стола, определение исходной высоты и подачи газа перед началом резки. Без интегрированных решений это обычно занимает несколько секунд. За рабочий день эти секунды складываются в длительное непроизводительное время. При использовании интегрированных решений время цикла значительно сокращается благодаря оптимизации траектории перемещения, которая сводит к минимуму перемещения резака и простой между резами. И каждый компонент интегрированных решений для плазменной резки Hyperterm вносит свой вклад в эту работу, начиная с раскроя и оптимизации процесса. ProNest вместе с дополнительным модулем исключения столкновений оптимизирует перемещение резака, чтобы свести к минимуму перемещение и простое между резами. Это осуществляется за счет задания более эффективной последовательности деталей, лучшего расположения входа и выхода, а также использования средств исключения столкновения и переворачивания. Вот распространенная ситуация переворачивания части детали. В этой системе без применения интегрированных решений внутренняя часть переворачивается при отделении от листа и застревает между пластинами на столе, создавая опасность столкновения с резаком. При использовании системы исключения столкновений ProNest автоматически располагает вход и выход таким образом, чтобы резак всегда перемещался в направлении от внутренней вырезанной части, тем самым избегая столкновения. Посмотрите на иллюстрацию. Без использования системы исключения столкновений входы располагаются одинаково для всех отверстий. Если же функция исключения столкновений включена, внутренние входы размещаются таким образом, чтобы резак не пересекал линию реза внутренней части. Это сводит к минимуму вероятность переворачивания части и позволяет избежать ненужных подъемов резака, что также экономит время. Интегрированные решения включают и другие средства повышения эффективности, использование времени цикла, интеллектуальный возврат резака на высоту следующего прожига, быстрое перемещение CZ с использованием устройства регулировки высоты резака Arc Glide, включение предварительной подачи газа, когда резак еще продолжает перемещаться, для того, чтобы он был готов к включению дуги сразу же после занятия требуемого положения, и устранение ненужных операций определения исходной высоты. Все эти усовершенствования процесса максимально повышают эффективность резки, что позволяет производить больше деталей в час, день за днем, при высочайшем качестве продукции, и все это независимо от квалификации оператора. А различные формы деталей и толщина листа? Как они влияют на время цикла? В различной степени. Сокращение времени от реза до реза будет одинаковым, независимо от толщины листа. Однако в случае обработки толстого листа время от реза до реза обычно составляет меньшую часть от общего времени резки детали. Поэтому повышение производительности окажется меньшим, чем в случае обработки тонкого листа. Тем не менее, интегрированные решения для плазменной резки Hyperterm обеспечат сокращение времени цикла по сравнению с оборудованием без такой интегрированной системы.